Всем привет! Наконец-то пришла весна, на улице тепло. Я иду в одной кофте. Сегодня мы на прогулке с дочей. Мелисса, помаши рукой всем. Привет всем, да? Сегодня пройдемся вот по такой классной дорожке лесной. И посмотрим, там ручеек такой прикольный есть. Леди любит тут гулять. На днях ходили с Мелиссой гулять, и Мелисса там командовала леди. Сидеть, лежать, ну как всегда, все по плану. Юная любительница собак дрессирует свою маленькую собачку. Ну хорошо. Пусть носит. Умница. А закупаться с ней ходишь в магазин? Иди сюда. Иди сюда. Ты ее учишь, чтобы она пакеты носила? Ну, просто то, что нельзя в кофан, там нельзя то, что собакам. А что она сейчас делает у тебя? Я тебе сейчас дала. Ты командуй ей. Она сейчас стоит и трепит твою какую-то там Лиза? Еду. Ты вышла бы он на травку там. Иди, возьми. Возьми. Носи. Молодец. Умница какая. Не, просто команда рядом. Иди, рядом. 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 Леди, иди к Мелиссе. Рядом. Молодец. Носи. Носи. Покидай, покидай ей. Мелисса. Я скажу всегда. Молодец. Ай, умница, леди. Леди, молодец. Молодец, леди. Хорошо. Иди, возьми. 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 Иди. Пошли. Она ушла от тебя. Не, просто пошли, пошли. Дай. Ну, хорошо. Дай. Молодец. Умница. Может, пойдем потом фреснап купить, летки там выходить. А теперь по-русски скажи. В зоомагазин. Мы сейчас пойдем в зоомагазин и купим сладости. Не сладости, а вкусняшки. Да. Сегодня заезжали в зоомагазин и купили вот такое вот настоящее ухо. Ну, это не первый раз уже. Это говяжье ухо. Оно обработано. Термическая обработка какая-то. И потом, дай-ка, леди. Вот оно такое твердое, ужасно. Вот прямо я его сшать не могу. Вот прямо настоящее, как будто. Держи. И, короче, говяжье, все, что говяжье, все можно собакам. Кости, уши. И она вот такие вот вещи у нас любит. Но это для зубов очень хорошо. Главное, что собаке нравится. Бывает, вот прямо в охотку она ее берет и может за буквально за полчаса его уговорить. Конечно, когда собака сытая, она будет не так на это реагировать. Но сейчас вот, смотря на леди, мы знаем, что она хочет погрызть это. Че, как кошка, блин. Такой шум стоит. Леди, у тебя все нормально там с зубами? Вот ты даешь. Покажи зубы. Покажи зубы. О, нос грязный у тебя. Смотри. Ну-ка покажи зубы. Ой, какие клыки большие. Идем дальше. Кстати, леди очень любит вот такую листву. Осенью, когда собирается много листвы, она по ней прямо бегает, прыгает, роется в ней. Че, леди, что нашла там? А?
Вот сегодня классно, сегодня тепло. Так, леди нашла травку, муравку. Ледь, леди, ты вегетарианец? Вот ты вегетарианка точно. Пойдем дальше гулять. Пойдем. Такая вот тропинка, как правда в деревне, вот куда мы ездили. Бабушки и к тете. Обалденно. Тишина такая, только птички поют. Ну и вот паровоз проехал. Там вдали. Железная дорога. Так, девчонки, вы отстаете. Пойдемте. Леди, хватит жрать траву, пойдем. На прошлой неделе были в зоомагазине, купили ей такие вкусняшки сырные. Ну, сколько там сыра, конечно, я не могу вам сказать точно. Но, по крайней мере, называется куриное мясо с сыром. Вот. На самом деле, конечно, собака можно сыр, но без лактозы. Вот. И она его очень хорошо, кстати, кушает. Такие вкусняшки. О, велосипед там надо маленько отойти в сторону, чтобы велосипед нас не задавил. Леть, пойдем. Это что такое? А что она легла? Все? Нет, что-то ей плохо. Все, идем дальше. Леди наелась травы, почистила свой организм. Не буду вдаваться в подробности, как. Ну и мы пошли дальше. Так. Вот такое вот тут местечко. Такое дерево огромное. О, Мелисса спряталась. Леди, где Мелисса? Где Мелисса? Пойдемте дальше. Пойдемте я туда. Я с деревьями делаю как бы домик. Да, это у тебя твой шалаш. Да. Сейчас пойдем, дойдем до моста. Вон там мостик такой небольшой. И пройдем через ручеек. И пойдем дальше. Вот дошли до места, где мы переходим ручеек. Там чуть-чуть дальше такой мостик есть. Ну, туда мы не пойдем, мы здесь пройдем. Здесь, кстати, все было заросшее, ужасно. И люди теперь вот почистили, все здесь хорошо сделали, так классно. Такая прямо для прогулки с собаками, для вот так вот просто погулять, да. Ходят, гуляют тут. Вон, кстати, там кто-то идет с собакой. Вообще здорово, здесь нам понравилось. Чисто, тихо, все так убрано. Смотрите, леди купается. Ага, вон леди. Зашла по колено. В воду. Я тоже хочу купаться. Ты хочешь тоже купаться? Да. Ну все, ныряй. Только там вот за буйки не заплывай, и все. А так-то нормально, что? Ну, скоро, когда будет лето, мы потом пойдем на дачу или в Пермь, будем гулять. Купаться. Да, обязательно. Гулять. Купаться. Все, переходим здесь по камням. Мелисса, аккуратно. Леть, гуляй дальше. Так, здесь пойдем к березовой, к нашей маленькой роще. Вот какие березки тут классные. Маленькие такие, молоденькие. Что там нашла? Не обдирай только деревья. Вот такое тут место классное. Что тут? Кто тут? Какая птица пела? Что тут было сейчас? Не видно. Так, Ледь, ты что хочешь? Ляльку какую-то, что ли? На, дочь, по команде что-нибудь. Скажи пару ласковых. Лежать, сидеть, стоять, слушать, да. Вот так вот она слушается. Хорошо. Так, пойдем что там посмотрим, шалаш чистый еще или нет. Надеюсь, вот люди поставили там, по-моему, даже облюбовали место для гриля, короче. Для шашлыка, но уже в таком
не очень чистом состоянии. Ну, еще так сносно пойдет. Вон там мы уже были один раз в одном из видео. Там футбольное поле такое небольшое, баскетбольно-футбольное. А здесь вот, да, такое местечко. Когда все здесь расцветет, все будет зелено, красиво, тогда можно сюда реально даже с собакой прийти. Возьмем с Мелиссой какие-нибудь бутерброды с собой, да? Да, и мой термос. Термос возьмем с чаем, с какао. И придем сюда. Мимо будем проходить. О, какое огромное дерево тут. Ветвистое. Будем снимать. Что там за веревки такие? А, это не веревка. Все, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Мы здесь сейчас выходим к зарослям дикой малины. Такая темная, которая. Она так каляется сильно. И леди, вот, допустим, она не любит вообще по такой малине ходить, возле такой малины. Она прямо ее чует и не подходит к ней. Да, Лесь? Что там услышала? А? Кого чуяла? Вот, прямо как в родной деревне. Вот здесь. Мелисса, мы с тобой были здесь буквально неделю назад, да? Да. Здесь была грязюка, что мы не могли пройти. Да. Теперь... Сейчас видишь, как сегодня хорошо, тепло. Да. Вообще лето почти. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше, дальше. Вон сейчас туда пойдем. Ну что, пойдем, там попробуешь забежать. Сейчас зашли на игровую площадку с Леди и с Мелиссой. Хотим попробовать. Мелисса обещалась забежать на гору там на одну, где на скейтах катается. Да. Ну что, ты разлеглась? Эй, Леди, пойдем. Пойдем. Пойдем, Мелис. На какую ты гору хочешь забежать? На которой поменьше? Да. Это вот эта гора. А как их вот назвать? Это же не гора. Что это такое? Ну, где на скейты там. Ну, это понятно. Короче, они там учатся. Так. Угу. Вот здесь сначала покажи, как вы прыгаете с ней. Две попрыгуши. Запутался язык, что ли? Да. Все, Лесь, пойдем вперед. Вот сюда Мелисса хочет забежать резко. Да. Ну давай, покажи нам, какая ты сверхскоростная девчонка. Базика? Давай. Давай. Сейчас пока добежишь, уже устанешь. Ай, молодец какая. Ну а теперь позови эту с хвостом. Ну, правильно, она не хочет здесь, она ищет, где-то должны ступеньки быть. Видишь, она думает, сейчас сюда запрыгнула, чуть повыше будет. Леди, иди, где Мелисса? Ищи Мелиссу. Ищи Мелиссу быстрее. Не, я ее тогда закидывал туда. Встал сюда наполовину. Вот так вот держался. И потом ее за ошейник взял и туда закинул. Где Мелисса? Иди к Мелиссе. Не, не поднимется она. Она скользит здесь, не может. Один раз, два пробовала и все. И больше не может. Все, давай спускайся, скалолаз. Пойдем дальше. Попытка номер два. Угу. Засчитана будет или нет? А, ну нормально. Хорошо, молодец. Ну давай спускайся теперь, только не на куртке, а на ногах. Ну, не совсем так, как я сказал. На. Пойдем дальше. Бежать. Стоять. Служить. Да. Умыться. Рядом. Пошли. Рядом. Эй, назад. Леди, иди к Мелиссе. Стоять.
Что-то я тебя ничего не слышу, что ты там говоришь. Стоять. А, ну-ка покажи, как она танцует у тебя. Блин, танцевально не так у меня прямо идет, но... Она сейчас к тебе не идет, потому что ты... потому что она отвлекается на меня. Это понятно. Держи. Проси. Танцуй. 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 Ну ты отвернулась вообще. Танцуй. Ну ладно, пойдет. Не все же могут танцевать так, как Майкл Джексон. Какая-то маленькая штучка здесь ходит у нее. Что? Ну какая-то маленькая сейчас здесь вот здесь штучка какая-то ходила. Лили, сделай еще раз так, пожалуйста. Еще раз сделай. Чесала свою эту шкуру, да? Ты вот так голи глаза. Ну. Лежать. Ну чешется спина. Стоять. Или стоять. Хочет шею или спину почесать, поэтому она падает так и... крутится по земле, да. По траве. Сейчас так смешно было. Ага, леди, пойдем давай, смешнуля. Вот цветочки, Мили, смотри, какие цветочки тут. Да, голубые. Ты знаешь, что это такое? Нет. Леди, а ты знаешь? Леди, что за цветочки? Леди, вот здесь, кто это? Мама ищи. Только знает. Ищи, ищи, ищи цветы. Пойдем. Они здесь везде. Ага. Наверное, только мама знает, как они называются. Ну, мама у нас на работе сейчас как раз с цветами. Так что потом покажем ей. Она нам скажет, что это за цветы. Пойдем, блядь, пойдем. Иди вперед. Сейчас пойдем вот здесь вот через стройку, через эту пройдем и к машине. Ну все, на этом я буду заканчивать наше сегодняшнее теплое весеннее видео. И теперь до следующего раза. Все, помаши рукой всем. Всем. Все, всем пока, леди. Да-да. Помаши лапой или хвостом хотя бы, ну вот так. Всем пока. Всем пока. Сегодня гуляли с Мелиссой, сейчас гуляем вдвоем, да, леди? Маленько погуляем здесь и поедем на боковую. После вечерней прогулки она домой, когда приходит, может даже не кушать. Сразу падает, ну и 1.5-2 часа может спокойно спать. Потом уже что-то вставит, там погрызть чуть-чуть, что у нее уже на месте там лежит приготовленное. Редко, когда захочет что-то покушать еще. В основном так что-нибудь погрызть. И все, и до утра, потом она спокойная, как удав. Гуляй. Да, погода классная сегодня. Первый день так тепло. Хорошо, приятно тоже гулять. Где у нас солнце? Вон там оно садится. Вдалеке. А, кстати, вот это вот зеленый, это и есть зоомагазин, в котором мы ходим. В котором мы сегодня купили супер кость. Да, леди? Ты сегодня косточку хорошую грызла? А? Расскажи, какая косточка была? Вкусная? Да, вкусная. Ну что ты сразу лезешь меня это, нюхаешь? Сразу всего обнюхала. Отойди ты от меня. А что ты? Да, это твое. Это точно твое. Ну поговори. А что происходит? Поверни ко мне. Ты вообще умываешься, нет? Стой. Да подожди ты, дай я вытру. Вот и все. Вот она любит почесать чуть-чуть, конечно. Ну вот так вот, вечерние прогулки вообще без фанатизма, потихоньку, чтобы она не была такой возбужденной, потихоньку побегала, сходила там по своим делам и все, и домой.
Ну все, на этом я заканчиваю. Всем удачи и до скорой встречи.